Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. Гузеева лежит в 8-й терапии, у нее состояние тяжелое, но не реанимационная больная, в больницу поступала без температуры, жалобы на одышку, по анализам не так все плохо, у нее пневмония небольшой степени и ковид, сказал источник. По словам собеседника издания, самочувствие у актрисы очень плохое, врачи назначали ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику. В ночь на 27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву доставили на машине скорой помощи в Московскую городскую клиническую больницу номер 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Утверждалось, что телеведущая находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах рассказывал, что у звезды сильный стресс, и в больнице ей якобы дают успокоительные средства. Умер 63-летний советский и российский певец Николай Арутюнов. Об этом сообщила РБК, представитель сына Николая Арутюнова Сергея. Да, это так, Николай Арутюнов умер. Прощание уже состоялось, уточнила она. Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. В 1979 году организовал любительскую музыкальную группу «Лига блюза», которая исполняла мелодии в стиле блюза и рока. Отличительной особенностью группы был двуязычный формат. Половина репертуара состояла из композиций на английском языке, а половина – из песен на русском. В 1999 году коллектив перестал выступать. Арутюнов стоял у истоков еще нескольких коллективов, в том числе групп Николая Арутюнов «Funky Soul». Сам певец называл коллектив своим главным проектом. «Четверг Арутюнова», «Николай Арутюнов The Blues Barbarians», «Арутюнов Quorum». Выступал в составе английской группы The Buzz Band, неоднократно пел с зарубежными артистами, такими как Джонни Капелленд, Би Кинг, Ли Рокер, Крис Фарлоу. В 1994 году стал первым российским музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрео. Участвовал в телевизионных шоу «Голос», 60+ и «Голос». Перезагрузка. Работал на радио, вел на Финам-ФМ авторскую программу «Историческая справедливость» о рок-исполнителях 1960-1970-х годов. Франц Маркс, южноафриканский актер, режиссер, сценарист и продюсер, скончался в Притории утром в воскресенье. Кинематографисту было 78 лет. Как передает, сославшись на коллегу усопшего, News24, причиной смерти Маркса стали осложнения, вызванные коронавирусом. Начав свою карьеру на ТВ в конце 60-х как актер, в период с 1980 по нулевые Маркс выступил автором множества сериалов, став одной из легенд южноафриканских мыльных опер и снимая хит за хитом. В частности, на его счету знаменитые «Мыло и Голи», «Золотой край на Зулу», шедшие с огромным триумфом на протяжении 4500 эпизодов в 1992-2010 годах. Французский актер Франсуа Флоран скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщает «Франс-Инфо» со ссылкой на дирекцию «Корс Флорент» театральной школы, основанной артистом в Париже в 1967 году. Причина смерти не названа. Франсуа Ихгольцер родился в 1937 в Мюлузе. Окончил театральную школу и консерваторию драматического искусства. Сниматься начал в 60-х, сыграв в частности доктора Даврини, семейного врача Вильфоров, в сериале 1979 по графу Монте-Кристо. Умер автор музыки для телешоу «Кто хочет стать миллионером» Мэтью Стрекан. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на его неназванного друга, исследователя западного Лондона. Стрекану было 50 лет. Причина смерти пока неизвестна. Следователь сказал изданию, что после смерти композитора будет проведено расследование. Было проведено вскрытие,
«Мы ожидаем результатов токсикологии и гистологии», – сказал он. Как сообщили газете, в пресс-службе лондонской службы скорой помощи, их вызвали по адресу в Туикинеме, где проживал Стрекан. «К сожалению, на месте происшествия погиб человек», – сказали в пресс-службе. «Прощай, дорогой друг и огромный талант Мэтью Стрекан», – написал в Твиттер британский писатель Дирк Мэкс. Это сообщение было опубликовано 16 сентября. The Sun также передавала, что за месяц до смерти Стрекана приговорили к условному сроку за поджог собственного дома. Мэтью Стрекан родился 11 декабря 1970 года. Вместе с отцом Китом Стреканом он написал музыку для телешоу «Кто хочет стать миллионером». В Британии это шоу запустили на телеканале ITV с 4 сентября 1998 года, в России аналог показывали с 1 октября 1999 года на телеканале НТВ. Также Стрекан создал музыку для сериала «Детективы», фильмов «Миллионер из трущоб», «Мой мальчик». За свою работу Стрекан получил 12 премий от Американского общества композиторов, авторов и издателей. Ветеран иранского кино, актер и артист дубляжа, сценарист, режиссер и продюсер Сиамак Атласи скончался в воскресенье утром в госпитале в Тегеране в возрасте 85 лет. Как передает ИАМР, причиной смерти Атласи стали последствия заражения коронавирусной инфекцией, которая убила патриарха национального кинематографа очень быстро. Сиамак родился в Урмии, это административный центр Астана, Западный Азербайджан, в 1936 году. Карьеру начал в 1963. Ранее сообщалось, что от COVID умер азербайджанский и иранский певец Ягуб Зурувчу, один из первых исполнителей детской песни «Мои цыплята». 24 сентября в возрасте 80 лет скончался легендарный американский саксофонист, композитор и востребованный аранжировщик Пи.В. Эллис, соратник Джеймса Брауна, Вана Моррисона и Джинджера Бейкера. Ушел безмолвный блестящий гений, скорбят коллеги в социальных сетях. Об уходе влиятельного джазмена сообщает Rolling Stone. Альфред Джеймс Эллис родился 21 апреля 1941 года во Флориде. Впервые выступил на публике еще школьником в 1954. Потом отчима будущего джазмена убили, и семья переехала в Рочестер в 1957. Причем к тому времени Эллис играл уже вполне профессионально и стремительно перебрался в Нью-Йорк, где учился в Манхэттенской музыкальной школе с Сони Роллинзом. В 60-х играл с Джеймсом Брауном, став соавтором ряда шлягеров исполнителя. Переметнувшись в конце 70-х в Сан-Франциско, собрал группу с бывшим партнером Майлза Дэвиса, саксофонистом Дэвидом Либманом.